Привет, и снова с вами я, Светлана Ата. Сегодня мы с вами будем готовить мерджевик. Мерджевик — это такая красная чечевица. Это суп самый легкий в приготовлении, не требует никаких усердий и очень быстро готовится. Турецкая кухня настолько поразительна, что здесь не надо заранее делать зажарку, не надо возить. Вам понадобится пол морковки, пол луковицы, маленькая картошка, стакан чайный, чечевицы промытый, все, и литр воды. Все сложить в кастрюлю, мелко порезать и варить до готовности. Так, друзья, все сварилось. Когда овощи сварятся, посмотрите, это разварилось, а чечевица все время. Картошка тоже готова. Смотрите, все готово. Что мы делаем дальше? Соль, добавляем масло. Знаете, что я еще добавляю? Вкусно. Растительное, вот так вот. Очень легкий суп приготовления. Все вместе собрать, нарезать мелко, поставить, сварить до готовности и в конце уже добавлять все. Добавляю, смотрите, тимьян. Тимьян добавляю. Так вот сделаю. И черный перец. Помешаю чуть-чуть, оно у меня закипит. Посмотреть надо на соль. Вкусно. Я раньше, когда приехала в Турцию, вообще не понимала, что это за суп, как можно есть вообще. Но потом со временем так понравилось, потому что она очень быстро, его можно приготовить. Вообще не надо париться, буквально за 20 минут до ужина можно сделать этот суп, и он идет на все 100%. В каждой турецкой семье его готовят очень часто. И вот он готов. Следующий этап — мы берем блендер, друзья мои, и размельчаем этот суп. Все, суп готов. Можно сейчас прокипятить, и он готов. Так, друзья, чорба готова, суп мерджевик. А также вот я сделала соте. Вот это вот синенький сет, кажу, салат. И вот мой муж будет сейчас ужинать. Приятного аппетита. Очень легкий рецепт, воспользуйтесь им.